Геродот называет, пишет Парацельс, гипербореями русских. Нынешнее название этого народа — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал, как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великий крест. И он указывает 21 век. Начало это. И вот я выложу всех пророков в живом журнале. Они все указывают на то свечение, которое сейчас только-только зародилось в России.